Ром, поздравляем тебя с первой победой. Ты получил сегодня лучшего игрока. Какие у тебя эмоции после этой встречи? Ну, в первую очередь, я рад, что мы наконец-то одержали первую победу. Долгожданную для нас, для болельщиков, да для всего окружения Самарского, наверное. Поэтому не так важно, что лучшего игрока получил, а важно, что 3 очка наконец-то взяли. Эта игра с Сочи показала, что была очень физически тяжелая. Ну, помимо всего прочего, команда до конца бежала, даже когда казалось, что сил нет. Так подготовились хорошо к этому матчу? Ну, на самом деле, мы знали, что именно физическая игра будет очень тяжелая, потому что Сочи играет в 5 защитников, не совсем для всех удобная схема. Неприятно, тем более погодные условия, конечно, для отдыха, а не для футбола, честно говоря. Поэтому было сложно. Ну, ребята старались, все до конца выкладываются. А ты сегодня какое-то невероятное количество в обороне работы проделал. Как ты к этому готов? Или всегда хочется больше атаковать? Конечно, я больше игрок атаки, мне нравится. Ну, в этом матче сложилось так, что тренер мне сказал, надо побольше поработать в обороне. Как сказали, я так и сделал, поэтому ничего страшного в этом не вижу. На что тренерский штаб обращал внимание, потому что показалось, что очень хорошо разобрали Сочи, были готовы к каких-то атакам, нападкам и так далее. Ну, у нас очень, достаточно много теорий, мы каждому сопернику отдельно подходим, выбираем сильные и слабые стороны и от этого отталкиваемся. Впереди у нас Уфа, команда, которая тоже в 3 центральных защитника играет. Как-то можно сказать, что Сочи был небольшой обкаткой перед Уфой? Ну, так нельзя сказать, абсолютно разные команды. Будем стараться также играть в активный атакующий футбол, если получится, а победить будет очень хорошо. Поздравляю тебя. Спасибо, удачи.